На МТС подают в суд из-за рекламы с Дмитрием Нагиевым. Изготовит известный столичный адвокат Янис Юкша. Он уверен, сотовый оператор вводит потребителей в заблуждение. В новом видео известный актер, давайте вспомним, как это было, предлагает бросить платить. Нагиев совершает пробежку в майке с надписью «За бесплатный образ жизни» и вроде как убеждается. Нужно перестать платить за связь, тогда и цвет лица будет лучше, и голова яснее, и даже дышится как-то свободнее. После этого и легко. Стоит только использовать банковскую карту МТС Smart Деньги. Однако Юкша уверен, не все так просто, и платить очень даже придется. Во-первых, саму заветную карту необходимо купить, а на счету банковской карты иметь нужно всегда не менее 30 тысяч рублей. Но даже это еще не все. Когда вы передаете деньги банку, вы теряете право собственности на эти деньги, а эти деньги, право собственности приобретает конкретный банк. То есть вы фактически передаете банку. И после этого, если эти деньги потрачены, то в этом случае МТС вам даст возможность, так сказать, бесплатно, я уже сказал, бесплатно в кавычках, разговаривать по телефону. А вот сам Дмитрий Нагиев ни о каком иске не знает. Актер уверен, эти, цитат, разборки к его творческой персоне отношения не имеют. Я же марионетка в руках маньяков. Из любви к компании, из любви к себе. Приезжаю на работу, делаю и уезжаю. Все остальное — это разборки толстосумов.